В этом видео вы увидите комплекс упражнений от боли в спине. Все упражнения этого комплекса нужно делать медленно и синхронно с дыханием. Начинаем. Первое упражнение. Лежа на спине, тянемся поочередно левой-правой ногой носочками от себя. Делаем 8-10 повторений. Следующее упражнение. Сгибаем ноги поочередно. Делаем 8-10 повторений. Упражнение выполняется медленно, синхронно с дыханием. Следующее упражнение. Сгибаем обе ноги поочередно носочком одной ноги, тянемся к колену другой. Выполняем медленно, синхронно с дыханием. Поднимаем ногу, вдох, ставим, выдох. Медленно вдох, медленно выдох. Следующее упражнение. С опорой на стопы, поворот, не отрывая лопаток от пола, стараемся положить колени по очереди влево и вправо. Стопы при этом почти не смещаются. Следующее упражнение. Поднимаем ноги поочередно. Медленно. Синхронно с дыханием. Поднимаем вдох, опускаем выдох. Также делаем 8-10 повторений. Следующее упражнение. Сгибаем ногу в колени. Максимально притягиваем ее к груди. Или тянемся к плечу. Задерживаем на 1-2 секунды и отпускаем. Также делаем 8-10 повторений. Поднимаем обе ноги, фиксируем на 1-2 секунды. Поднимаем, делаем вдох, опускаем, выдох. Медленно поднимаем вдох, фиксируем с помощью рук, выпускаем, выдох. Также делаем 8-10 повторений. Следующее упражнение. Поворот налево, направо. Правая рука тянется к левой. Смотрим в сторону поворота. Таз стараемся не отрывать от пола. Выполняем упражнение синхронно с дыханием. Вдох, выдох. Следующее упражнение. Ставим ногу лодыжкой на бедро. Другой ноги обхватываем ногу за голень и притягиваем максимально к себе до ощущения натяжения ягодичной мышцы. Фиксируем в этом положении на 30-60 секунд.
Дыхание спокойное, ровное. Меняем ноги, наоборот делаем так же. Фиксируем положение на 30-60 секунд. При необходимости можно повторить еще раз. Следующее упражнение. Следующее упражнение. Поворачиваемся лицом вниз, становимся на четвереньки. Коленом тянемся к противоположной руке, стоящей на ладони. Делаем упражнение медленно, синхронно с дыханием. Следующее упражнение. Тянемся ногой назад, вытягиваясь как бы пяточкой, тянемся от себя назад. Также делаем 8-10 повторений. Колено ставим, вдох, тянемся пяткой назад, выдох. Колено, вдох, пяткой назад, выдох. Упражнение делаем медленно. Следующее упражнение. Добавляем противоположную руку. Ставим руку, ногу, вдох, тянемся, выдох. Не просто поднимаем, а именно тянемся рукой и ногой от себя. Немножечко в сторону. Следующее упражнение. Кошка, верблюд. Вдох, кошка, выдох, верблюд. На выдохе подбородок к груди, на вдохе поднимаем голову, прогибаемся. Следующее упражнение. Сгибаем ногу перед собой, пяткой к противоположному бедру. Заднюю ногу выпрямляем назад, пальцы смотрят внутрь. С опорой на ладони вначале, потом можно перейти на локти. И совсем лечь. В этом положении находимся не менее 30 секунд. Меняем ноги. Постепенно на выдохе становимся ниже. С ладоней переходим на локти. Как бы подтягиваясь вперед от себя, становимся потихонечку еще ниже. Прямой ногой тянемся назад, руками вперед. В заключение садимся на пятки, тянемся вперед максимально. Задерживаем это положение не менее чем на 30 секунд. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.
чтобы не пропустить новые упражнения.